хочу ответственно заявить, что мы сегодняшний день в руки государства взяли изготовление автомобильных номеров. Последние 7 лет, как вы знаете, ранее информировали, изготавливали частная компания. Сейчас уже будет дальше изготавливать государство, госкомпания «Инфоком» «Прогресс». И все доходы, которые будут от продажи номеров, будут поступать в доход государства. И, конечно, были препятствия, нужно сказать. И выдача номеров будет производиться в трех случаях. Первый случай, когда гражданин получает номер на добровольной основе, если он хочет старый номер поменять на новый, может он получить, двери открыты. Второй момент, если он при продаже, при покупке автомобиля будет выдаваться номера нового образца, а также при совершении купли-продажи. Поэтому здесь будет производиться все добровольно. Конечно, интерес к новым номерам очень большой. И здесь, как вы видите, все шрифты соответствуют европейским стандартам. И она будет легко распознаваться через камеры видеонаблюдения, которые запускаются в безопасный город. И мы учитывали этот процесс тоже. И наряду с этим я хочу сказать, что мы уже заканчиваем разрабатывать регистр автотранспортных средств и водительского состава, где будут все номера, все водители и все автомобили будут переводиться на электронный формат и будут содержаться в центральной базе. И автоматически те органы, которые, допустим, при обнаружении через видеокамеры нарушителей, через нашу базу будут сразу распознаны, значит, какие, кто владелец этого автомобиля и, значит, кто, за кем это зарегистрировано. И, а также это не только будет касаться новых номеров, и старые номера будут тоже считываться через автоматическое считывающее устройство и будет находиться в центральной базе.